Проект по созданию и установке монумента лужским художникам-пейзажистам Григорию Никанору Чернецовым становится реальным. Открыт сбор пожертвований на сооружение памятника. Любой желающий может внести свой личный материальный вклад в увековечение памяти ивановских творцов. Также можно поделиться идеями. Департамент культуры и культурного наследия региона продолжает набор заявок с эскизами будущего сооружения. Напомним, Общественный совет Лужского муниципального района принял решение поставить памятник братьям Чернецовым в храмовом комплексе Центральной площади поселка Луг.